Москву, блядь. Ну да. Там и параплан стоит. Сказали, первый погибший от тысячи тел. Ты куда? Буквально из себя встал. Как им управлять-то? Ну ручник, ручник, жми пробел, блядь. Захотел, блядь. Типа чуть-чуть проехать и потом это. Он дымится. Умер. Я так откинусь сейчас нахуй. Он что-то рулиться перестал, блять. Я не знаю, или я сегодня на Форде Рапторе просто покатался. Да иди тебя нахер, блять. Я думал, он дохнул сейчас. Так ты видел, сколько у меня хп, это я все разбился на велосипеде, блядь. Блядь, это у меня велик в текстухе просто. Так. Ставим крышу, когда красный. Сдохнет. Они там жмут как-то криво. Как я люблю красную зону, дядь. Эта сука тоже закончилась. У меня не было назначено на этом аккаунте. Почему у меня... У тебя он тоже земля из-под колес летит? Нет. У тебя он типа едет куда-то? Куда поехал? Блять, сосание и велосипед. Да тормози, говно! Катится и катится, блять.
там, кстати, два в одном. Ты видишь, что они снизились? А, да? Да, реально. Хера, он жирный сразу такой. Это как один большой. Там же там по одному и двое. Два отлетит. Ну, если там... Два отлетит, это же лето два. Вот это мне нужно. Пидраны. Ты, блядь. Я чуть пошел за дуб из-за гордула, который собирался ехать. Вижу. Видел. Ебало. Хорош. У меня вот здесь двое. Зона под них, к сожалению. Так, этот в третьей каске. Они оба там. Они куда-то поехали. Вот он. Вижу. Я его видел. Рашу. Рашу. Я его заблочил. Добивай его. Хилься только. Добивай. Если не будешь успевать похилиться, беги тогда. Иначе умрешь. Едь дальше. Я на ходу его вижу. Я понял. Я его вижу. Без паники. Без паники. Все. Давно говорю, что скорпион это охуенно. Ты мне все не верил и не верил. Тысячу лет, как говорю, блядь. Нет, пистолета лучше, чем скорпион. Вот скорпион и обрез. Вот это два самых лучших пистолета. Блять, мне еще бензин кончился. Какой-нибудь. Не бог именно и вообще момент, блядь. Как не бог. Я слышу, как тут по тебе гасит. На метке. Я понял. Ну, второй, видимо, такой же, как и этот. Ну, я услышал, но не вижу. Инфа где-то СВ. Вижу. В вот, зону не забудь метке зайти. А, это он перемещается или их там двое, я что-то не пойму. Там двое. Сейчас он на тебя переключился. Я так и понял. Зона пошла. Я его вижу. Стрелять не могу. Блядь, я пиздец красный. Я нукнул, типа он один остался, блядь. Спасибо. Прощайся. С жизнью. Мой номер 245. На тело греч. Печать. Но папа, сука, не открывается. Как же? Как же похуй. А, да, он наверху. Меня нокнули в воздухе. Сдох от падения? Я спрыгнул на мотик из горы, и хуйня меня убила в воздухе.
Я нокнутый летел вниз и упал от падения. Упал от падения? Да, это жестко. Скорее всего, будет не на нас. Скорее всего, будет на вот это вот поле, блядь. Вот оно будет вот сюда, блядь. А все кемпы, типа, по сторонам. Может быть. Ну, чисто моя статистика, зона обычно падает на какой-то край. То есть она не часто вот одна, ну...
одна зона, в центр другой падает. Хотя посмотри на карту. Да, да. Ну, типа, ради бога. Ты еще пока не спишь? Это, наверное, с мобил зайду на полчасика. О чем мы говорим? А дело в том, что на прошлой неделе компания Ubisoft запустила условно-бесплатную королевскую битву для Android и iOS. Игра называлась Wild Arena Survivors. Эта игра неожиданно просто была анонсирована для многих людей и неожиданно вышла. Ну, в тех странах, где ее можно скачать, попробовать играть, делать это не стоит. Игра полное дно. PvPvE. Вот этот жанр с видом сверху. Журналисты издания Mobile Gamer Beat связались с некоторыми разработчиками и тем нашептали на ушко, что оказывается-то эта игра разрабатывалась как мобильный Far Cry. Да, тут баба под какой-то дабстеп крутит, короче, вертушки на месте. Шесть. Все, снова получили 6. Так, значит, ну вот это примеры на вот эти вот. Так, и теперь, вот теперь на сочетание. Смотрите. Значит, есть 10 студентов. Нужно выбрать просто 3 на конференцию. Давай тогда вот эти вот домики посмотрим. Хе-хе-хе-хе.
Да. Слышь, кстати, играем мы тут обычно с Ваньком. Ну, я нокаю одного типа и проходит, ну, через какое-то время или сразу добиваю. И у них в голосовой чат такая бомбежка. Нахуй ты добиваешь? А ты, сука, нокнешь меня и дашь мне поползать, да? Не, самое непонятное, что они тебя украинцем назвали. А, это да. То же самое, да, только меня еще и украинцем назвали. А, сейчас уже вылетел, ну чё сидит? Это такая дефолтная. И каждый, практически каждый, когда нокаешь и добиваешь, зачем ты меня добил? Блядь, захотелось и добил, иди в лобби, блядь. Мангар. Это ж пиздец, ну что это за метёк-то? Что значит, зачем? А зачем я вообще в тебя стрелял, нахуй? Наверное, чтобы нокнуть и убить. Тут же игра за мир, да? Game for peace. Да, да, да. На школу пойдем, сольемся и пойдем. Да вы поэт, сэр. А я Геннадий. Во мне спит поэт, с каждым днем все крепче. И сколько... Я не поеду в школу сегодня. Дядя, он нас поехал давить, блядь. Отходи нахуй. Я понял. Подожди, подожди, я понял. Как задавил? Удачи, придурок. Все, мы в зоне, блядь. Еблан. Вот он на дабл есть. Я понял, там сел в свое говнище. Куда ты поехал? Он опять туда. Да хуй тебе. Хорош. Гидрила. На, я тебе потанцую тут, блядь. Пиздец, как мы не сдохли в этом дыму, блядь. Не, а ты понял? Я понял, что он собрался делать. Я просто отошел в сторону. Типа за дым. Ну, и влево. Отошел, я видел, куда он едет. Ты отошел сзади, а я отошел со своей стороны сзади. Типа мы-то сошлись, а он проехал по центру, блядь. Еблан. Не, он, конечно, пиздец умный, блядь, попался. Рассчитывал, блядь, задавить обоих, блядь. А потом еще и гранату туда долбаю, блядь. Так ты понял, что он, блядь, пока я на него смотрел, он там дёргался, стоял, байтил. Я отвернулся, чтобы, ну, отбежать. Типа, он тут же хуйнул. Мне там на пол хп или больше. Сидит, блядь. Тогда он гасил через стену дома, блядь, ровно по тебе, блядь. Я не знаю, зачем. Высосал, блядь. Ебать, я народу уже перевалил. Вперед, в атаку, блядь. Пиздим овощей. Кто там гасит из земли, блядь? Пизду. Заходи, сбоку заходи. Давайте отпиздим уже этого овоща.